Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с президентом Всероссийской Европейской Федерации самбо Сергеем Елисеевым и президентом Федерации самбо Республики Евгением Селивановым. Михаил Игнатьев подчеркнул, что самбо в Чувашии является базовым видом спорта. 1702, да, у нас занимающихся практически в школе Олимпийского резерва обучается 450 самбистов. И, в принципе, я вижу очень хорошую перспективу для подготовки уже спортсменов, чтобы они через массовый спорт были в сборной команде Российской Федерации и защищали честь Российской Федерации на разных чемпионатах. Сергей Елисеев поблагодарил главу республики за большое внимание к развитию самбо и создание необходимых условий для подготовки спортсменов международного класса. В ходе встречи обсудили и вопросы проведения турнира «Прерванный полет». Важно, что мы такой турнир проводим, что мы помним. Мы сейчас связывались и с семьей Погодина, и с семьей Трошева, и с семьей Трофимова, со всеми, так сказать, их и пригласили сюда. Очень довольны, очень благодарны и нам, как федерации, и Чувашии, что взяли такой турнир на себя. Турнир памяти самбистов и государственных деятелей, погибших в авиакатастрофе 10 лет назад, уже стартовал. Он продлится 2 дня.